Геннадия Фатина на лыжах научили кататься родители. Юноше очень понравилось это занятие, и он решил пойти в лыжную секцию. Из всего разнообразия форматов тренировок Геннадий предпочитает кросс, потому что он повышает выносливость и укрепляет мышцы. У нас кросс, роллеры, классические роллеры, коньковые, лыжи, велосипед и походы. Мне нравится кросс, потому что он всегда на свежем воздухе. Мы гуляем по свежему воздуху. Знакомимся с природой. Дарья Веденькина пришла в лыжную секцию 3 года назад. По словам девочки, больше всего она любит летние тренировки на классических лыжероллерах, потому что на них можно кататься с горок и научиться правильной технике. Мы катаемся внизу, и мне очень нравится то, что меня пускают на горки, то есть на первую, на вторую петлю, на третью. Дарья Зюзяева занимается в секции уже 6 лет. За это время девушка научилась технике лыжного хода, приобрела скоростную выносливость и участвовала в различных соревнованиях. Самыми важными элементами подготовки для лыжника летом Дарья считает кросс и лыжероллеры. Бегу развивается скорость, и на лыжероллерах скорость и техника. В лыжной секции ребят ждут разнообразные тренировки. Для каждого воспитанника подбирают индивидуальную нагрузку в зависимости от возраста и физических возможностей. По словам тренеров, научиться кататься на лыжах и добиться спортивных успехов может каждый. У нас ребята приходят, и то мы, профессионалы, и то не можем сказать, что вот он будет обязательно лыжником. Но, тем не менее, если ваш ребенок бегает, ему нравится бегать, если он катается на лыжах, ну, конечно, у нас больше выносливость. Если ребенок может долго бегать, то это к нам. Если ребенок не умеет кататься на лыжах, то тренеры научат его базовым навыкам и поставят технику лыжного хода. В этом году в группу начальной подготовки ребят ждут Седова Елена Сергеевна, Шаров Павел Николаевич и Смещук Ирина Валентиновна. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.